12-й раз в нашем регионе проходит акция «Роди патриота в День России». В этом году, 12 июня, малыши появились в 39 семьях. Чествование счастливых родителей прошло в праздничной атмосфере в День семьи, любви и верности. Конечно, я благодарю вас за участие в акции «За уверенность в будущем нашей страны и региона», за то, что вы дарите таким образом нам всем наше будущее. Вот оно мирно спит у вас на плечах. Многодетная семья Прокопьевых стала в два раза богаче. У них родились сразу два мальчика – Илья и Денис. До появления малышей в семье уже воспитывались трое детей. Новость о том, что в этот раз на свет появятся сразу двое, застала врасплох главу семейства. Я в это время был на работе. Короче, у меня руки затряслись. И как раз электромонтёр монтера сидел, провода соединил. Он мне сообщил, я, короче, никак не мог провода им попасть в это, в клеймы. Короче, ну это, не знаю, непонятно, смешанные чувства. Как бы вроде и радостно, а с другой стороны, это все-таки двое. Без подарков в этот день никто не остался. А главный приз – ключи от новенького семейного автомобиля УАЗ «Патриот» лично передал семье Прокопьева губернатор Сергей Морозов. Теперь маленькие патриоты будут ездить на комфортабельном авто. Потрясающе! После старой и нашей машины. Кристина Жакот, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.